вот Вова согласился. Согласился. Вау. Проехать по Ленина. Вот, спасибо. Благодаря Володе мы едем сейчас по улице бывшей Ленина, ныне Штефан Челмари. Во всей красе. На аппарате стоит авто ISO, потому что бывают теневые участки, чтобы вам было все видно. Заодно, кто хочет иметь Canon, можете посмотреть на качество съемки. Правда, сейчас стоит на нем программа Magic Lantern. Она только для Canon'ов рассчитана, она бесплатная, но очень хорошая. Образно сказать, если сравнить фотоаппарат и плавательные средства, то из баржи он превратился Canon в торпедный катер, скажем так. Потому что появилось много опций. И настройки можно менять на ходу в реальном времени. Меню становится полупрозрачным, удобным. Баланс белого. Три позиции баланса белого. Температура. Раз, маджента. И зеленый. А потом голубой и амбер еще. Амбер это такой, вот сейчас вот увидите посольство России. Вот посольство России в Кишиневе. Вот бывший Олимпийский комитет. Вова, подключайся и ты, потому что я не все знаю. Я вообще мало знаю, вообще ничего не знаю. Улица Берзарина, да? Мы сейчас будем пересекать улицу Берзарина. Вот вы говорили, что вырубили деревья. Я тоже сначала возмущался, но вы знаете, это намного лучше, потому что когда был снегопад? В прошлом году, да? В апреле. Очень много обломалось веток в нашем парке на Буйканах. Три дерева вырвало с корнем. А так как в центре было очень много старых деревьев, то это могло бы привести к какой-то аварии, ранениям людей, порчи техники. И есть поговорка, надо давать дорогу молодым, значит надо и молодым деревьям давать дорогу. Вот еще один тазик. Вот мы едем, на, как Вова говорит, на тазике чуть-чуть, потому что машина дрифтовая, спортивная, низкая. Она рассчитана только на такие дороги, как вот мы сейчас едем по Штефана, без всяких камушков, лежачих полицейских. Вот бывший планетарий. Сейчас это церковь. Можете наблюдать надвигающуюся осень в преддверии ожидания бабьего лета. Сегодня очень тепло, градусов 31-32. Но опять же, это осенние градусы. О, смотрите, как хорошо. Хорошо, что мы не поехали по Пирогово. Очень все свободно. Так. Улица Ленина, дорогие друзья. Наслаждайтесь, кишиневцы. Вот Патрия. Надо мне прийти Патрию поснимать, потому что говорят, что ее хотят продать и сносить что-то вот такое, пока она живая. Ресторан Дойна, Вова. Остался месяц, говорят. Видел в интернете на Ботанике. Надо тоже его прийти поснимать. Так его уже развалили, нет? Я не в курсе. Вот Патрия. Посмотрите на Патрию. А, уже начали что-то. Сняли всю рекламу. Да, ужас. Ужас. Парк Пушкина. Видите, как красиво наш любимый Кишинев. Вау. О, болгарские номера ПП. Так. Штефан Челмари. Памятник. Легендарное место. Вот я не знаю, задувает ветер петличку или нет. Уже проверю дома. Так, площадь. Арка Победы. Бывший детский мир,
Вот хорошая архитектура, испоганили вот этими витражами. Видите, залепили стекла сплошные. Вот классический наш Кишинев, центр. Примария наша, горсовет с правой стороны. Вот это не очень удачная реконструкция, видите, органного зала. Это органный зал, да? Бывший госбанк, даже вот Вова говорит нам. Вот это наш Кишиневский Арбат. Картины, поделки, сувениры. Наша любимая улица Комсомольская, бывшая ныне Именеско. Вот здесь где-то было кафе Ингицата, да, Вова? Здесь где-то. Его нету. Люда Пахомова, кафе Ингицата уже нету. А было совсем недавно, каких-то 10 лет назад я здесь с товарищем, мы сидели, еще на улице были столики. Я не помню, что мы брали, пили, ели, не помню. Так, сейчас мы подстроим фокус немножко. Есть контакт. Так, Кеннон пока нам вроде все снимает красиво, но тяжелый, зараза. Надо его поставить, у меня есть тут подручное средство. Это моя трость. Он сейчас стоит на трости. Вот как красиво сделали. Это что за здание этого? Подожди, грамотно, как оно? Правосудие? Как оно? МВД? Проехали улицу Армянскую. Здесь какая-то реконструкция. Главное, кабель этот не порвать. Это ж китайцы делают такие сопельные кабелечки. Это уровень шума такой, что ж ты? Микрофон показывает постоянно большой уровень. Интересно, как. Так, улица Болгарская, дорогие друзья, единственная, сейчас вот светофор на Болгарской, единственная пешеходная улица в Кишиневе, да? Болгарская только. И та, которая от парка Победы, где расположено кафе нашего знаменитого примара Карла Шмидта. Хочу посвятить ему отдельный ролик. Ну, когда-то был примаром Карл Шмидт. Улица называлась там от Парка Победы, знаешь, которая начинается проспект Молодежи. Сейчас эта улица, я не знаю, как. Все эти новые названия они перетусовали, поменяли. Было Именеску на Буйканах возле леса. Перенесли ее сюда вместо Комсомольской. Была Киевская на Киевской, сейчас Киевскую перенесли на Рожкановку. Нафига вот это цирк, я не знаю. Вот улица Болгарская, видите? Единственный пешеходный кусок, это вообще не улица, а кусок улицы пешеходной. В этом плане Кишинев, конечно, неуютный город. Насчет пешеходных улиц, укромных, вот это вот ужасная по мне, вот эта бывшая остановка. Вот это залепили рекламу. Баннеры, шманеры, форнети. Вот старая остановка не имела всего вот этих, вот этих навесов, вот этих баннеров. Как-то все дико стало. Город какой-то лысый. Ну, Вова говорит, город лысый, он давно не был на Ленина, потому что на Дафе он всегда проезжает по другим улицам грузовым. Лысый, я тоже думал, что он лысый сначала. Он был лысым, да.
но обзорность улучшилась. Я уже как-то привык даже. Привык, но рука держать Canon не привыкла. Очень тяжелый. Бывшая улица Бендерская. Вова, а где был золотой початок? Здесь или на Армянской? Наверное, где. Я тоже склоняюсь к тому, что золотой початок был вот где вот Тагаера, Ориента. Он, кажется, на углу был даже, да? На углу, да. Вот знаменитый открылся магазин. И чем знаменитый? Вот, видите, Mi. Это Xiaomi. Xiaomi в Молдове открылся. Цены выше, чем на AliExpress, конечно. Но им же надо платить аренду, налоги, зарплату. Но они очень себя сильно рекламируют. Зарекомендовал себя хорошо в Xiaomi, и поэтому у них торговля идет. Вот бывший телеграф, телефон. Сейчас Мол Телеком. И улица Измайловская сейчас будет, центральный универмаг СУМ, сейчас называется УНИК, от слова уникальный или универсальный, наверное, от слова универсальный, УНИК, но для всех это от СУМ, центральный универмаг. Ага, вам надо лучше людей поснимаем. Вот на тротуаре, видите, вот остановка. Люди, кишиневцы. Кто-то нам хоть передаст привет. Вот водитель троллейбуса сейчас. Чтоб он помахал нашим зрителям. Братишка! О, он удивился. Он не успел передать вам привет. Сейчас, может быть, он подгонит свой троллейбус к нам. Вот это максимум. Здесь, о, наш троллейбус. В Ютубе. Кишинев Молдова канал. Он спрашивает, где посмотреть на себя можно. Вот что я не вожу с собой визитки. Вова, надо хоть наклеить в следующий раз на машину какие-то наклейки. Кишинев Молдова, Ютуб. А что, можно такие? Я даже думал, в Панкоме, когда работал, сделать этим на магнитиках, знаешь, такие, как магнитики на холодильник, она очень дешевая, эта бумага магнитная. Прилепил и снял. Закройте окна. Знаешь, Гоги, давай откроем окна. Не, нифига, пускай все думают, что у нас тоже кондиционер есть. А в этой машине есть кондиционер? Нету. Потому что в ней не жарко. Вот наш УНИК. Знаешь, по мне бы лучше взять такси и поехать куда мне надо. Да, Вова, если бы не я, Вова бы поехал на такси или на маршрутке. Но я попросил его, говорю, мои зрители там изнывают, скучают от тоски, короче, там в России, Америке, Израиле. Он говорит, ну хорошо, возьмем спортивную BMW и поедем на ней. Вот наши молдавские троллейбусы белорусского производства. Здесь я уже передачи научился включать. Да. У нас синхрон барахлит от дрифта. Ну, Вова говорит, он похвалился, что уже благодаря вам, этой поездке, он уже приноровился к этой BMW. И ему уже легче стало. Вот кишиневцы. Вот видите, вот кишиневцы ждут. Явно, что они на остановке ждут, наверное, такси какое-то. Вот у нас очень много иномарок хороших, всяких Шкод, Мерседесов, если заметили, БМВсов. Вот наша спортивная машина. Артем, привет тебе, Артем. Видишь, твоя машина... Приносим пользу. Да, звезда Ютуба станет. А мы сейчас поворачиваем налево, да, Вова? Да. Вот мы сейчас поворачиваем налево, едем в сторону гостиницы «Космос», там по Вовиным делам. По дальнобойным делам.
документы всяческие. А что все едут, а мы не едем? Все пропускают налево, кто поворачивает. Да, я в курсе. Это я так просто делаю ветер, чтобы поговорить, чтобы не было паузы, знаешь, а то остановлюсь и... Сейчас микрофон поправлю. Да, да, да. Я и так ничего не знаю, никогда не готовлюсь. И не хочу его останавливать, потому что остановлю, потом надо будет эти файлы склеивать. А мой комп очень медленно работает, и он пока склеивает, я ничего не могу делать. Кстати, дорогие друзья, YouTube убрал эту функцию уже давно по склейке. Сейчас он 22 августа убирает опцию стабилизации. Я не знаю, что я буду делать. Или будем смотреть дергающиеся видео с вибрацией. Или я не знаю. Или давайте собирайте мне деньги на компьютер мощный. Так, впереди, вдалеке видна гостиница «Космос». Дганит Лэнд из Израиля, привет тебе. С улицы Ленина видим гостиницу «Космос», в которой... Ты жила, у тебя был, наверное, этаж 4 или 5, судя по фотографиям. Так, немножко вам Измайловской выше Ленина. Ой, надо какую-то мне опору придумать. Потому что, ну, спасибо. Кыржа у тебя для каких целей? Ну, вот для таких вот целей, чтобы снимать кыржи. Вот она. Ну, блин. Кисть устала держать его, знаешь. Сонька, она компактная, маленькая, в руке стоит, как влитая. А Кэнон, еще с ним походи по улицам, это еще не самый большой Кэнон.